Гибридные операции – это операции, которые заключают в себя два различных метода хирургического лечения. Это открытый метод, когда применяется скальпель, и закрытый, когда производится операция внутрисосудисто, то есть без разрезов, через маленький прокол. На сегодняшний день это самая передовая технология в сердечно-сосудистой хирургии. И в нашей клинике одними из первых в Москве было установлено гибридное операционное, где возможно выполнять два этих метода одновременно. Как правило, это пациенты с тяжелым атеросклерозом, с кучей сопутствующих заболеваний, такие как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие поражения сосудов нижних конечностей. Этот метод показан пациентам, у которых мультифокальное поражение, то есть когда поражены несколько участков, и мы можем одномоментно сделать операцию на сердце, поставить стент и сделать операцию на ноге, сделать шунтирование. И тем самым пациента выписать здоровым и по сердцу, и по сосудам на ногах. Москва только сейчас начала внедрять последние два года гибридные операционные. У нас она стояла со дня открытия госпиталя, и мы с первого дня начали оказывать пациентам помощь именно в условиях гибридной операционной. И до сегодняшний день это самые тяжелые пациенты, которым порой в других клиниках отказывают, но мы беремся и делаем, потому что у нас есть ангиограф последнего поколения, ну и специалисты, которые могут делать и открытые, и закрытые операции, помогая пациентам сразу быть здоровыми, можно сказать и так. За последние полгода уже выполнено 7 операций. Это достаточно хороший опыт, чтобы говорить, что мы это внедрили на поток. У нас был пациент, у которого было поражение подвздошной артерии, поражение артерии голени и колена. Мы ему сделали одномоментно, поставили стент в подвздошную артерию, сделали тромбэктомию, тромбоэндартероктомию из бедренной артерии, открытый доступ. И дальше уже через открытый доступ сделали шунтирование, через шунт спустились к колену и ниже баллонами открыли артерии голени. То есть мы ему сделали, по сути, три операции в одном. И пациент через три дня ушел на своих ногах довольный.